Привет, вас приветствует Настя Кальченко. Сегодня я буду снимать видео, обзор на мой домик для моих животных из пластилина. Просто чтобы их не хранить на какой-то старой полке, я решила сделать для них дом. В течение обзора я расскажу вам, как я этот домик делала. Итак, вот сама поляна всего дома. Итак, начнем с бассейна. Здесь я взяла обычный лист, круглый. Ну, не круглый, а просто взяла обычный лист бумаги А4. Обвела блюдечко или какую-то тарелку. А потом взяла пластилин и вот так вот сделала такие крестики везде. Вот. Потом я сделала такие вот как розочки, просто у меня нету сейчас белого цвета, и я не умею лепить лилии. Вот. И сделала типа лилии. Вот. Каждый цвет. То есть тут фиолетовый, хотя этого не видно на камере. Тут розовый и голубой. Потом я слепила жителя. Жителя этого. Это дельфин. Сейчас подниму его. Дельфин. Где? Не знаю, куда он пропал. Он из пластилина. А, вот он. О, господи. Вот. Я его слепила, значит, вот фонтанчик тут какого-то серого непонятного цвета. В общем, я не очень хорошо умею лепить. А потом тут вот как-то неожиданно я нашла какую-то коробку. И с нее сделала детскую площадку, как горку. Вот, например, возьмем дельфина, тут он, значит, поднимается, тут типа песка, и вот так он спускается сразу в воду, и сразу стоит. Вот, тут у нас, сейчас, там все секреты раскрываются. Вот, значит, тут у нас дверь. Вот эти вот две розочки, это светильники. Я так придумала. Стучимся. Можно! Заходим. И что мы здесь видим? Паркет. Самый настоящий паркет. Да. Вот, значит. Дверь вот сюда вот. Обычная. Просто, ну, просто проход такой, да? Итак, и первый житель это белка. Я ее слепила тоже сама. Она такая немного... Сейчас. Так, сделаю. Вот. Она, значит, немного страшненькая. Но она мне нравится, короче. Как я ее слепила, она мне нравится. Сейчас вот смотрят на камеру два красивых спаниеля. Все, белка, можешь идти. Свой гамак из пластилина. Да-да, все из пластилина тут. Посмотрите, как гамак ее держит. Сейчас покажу. Вот. Просто у меня сейчас не особо много пластилина. И сейчас каждый сейчас тут будет подходить. Сейчас. Итак, первый. Меня зовут Джессика. Просто я эту собачку назвала Джессика, потому что она похожа на мою Джессику, на мою, на моего спаниеля. Собачку спаниеля тоже похожа Джессика, только у Джесси моей не розовый ошейник. Ну ничего, девочка. Девочка. Вот. Значит, продолжим интервью. Меня зовут Джесс. У меня нету фамилии, вот, живу я в этом роскошном доме, и он мне очень нравится. Кстати, у меня есть муж, познакомьтесь, иди сюда. Сейчас будет интервью у моего мужа, пока я пойду поем.
Значит, так, иди отсюда. Вот. Это кормушка. Вот это вот для корма, вот это вот для воды. Тоже из пластилина, кстати. Все из пластилина, кажется. А вот это вот обычное семечко попугая. Я вам потом его покажу. И жердочку его. Потом. Теперь вот он. Значит, это муж вот этой вот спаниелихи. Кстати, я ее не показала вот так вот. У них хвоста, в принципе, нет. Вот, в общем, такой вот спаниелька. И вот этот вот. Он более получился правдоподобный, чем она. Ну, ничего. Так, теперь ихняя кровать. Вот она такая большая. Я просто взяла тряпку и взяла обычный этот. Ой, господи, я даже не знала, что там. Только перевернула и узнала. Ну, все. Так, все, идите спите, значит. Вот. Ну, пусть так. Дальше, следующий, значит, житель. Это пудель. Да-да-да, пудель. Вот так вот сделаю. Пудель. Он такой красивый. Вот. Такой вот красивый пудель. И у этой пуделя есть тоже жених. Почему-то у меня этот пудель получился красивее, чем этот. Я не знаю почему. Ладно. Вот. Так, белку я вам уже показывала. Сейчас они выстроятся в ряд. Белка. Пудель. Пудель. Спаниель. Мне кажется, камеры не хватит. Чуть не забыла. Одного самого-самого-самого прекрасного. Самого-самого прекрасного мальчика. Это... Ой, упал. Ничего, сейчас мы поднимем его. Привет! Если вы не узнали, это мой лимошка. Мой попугай-лимошка. Самый лучший попугай. Его порода кориела. Вот смотрите, спаниель, кориель. Итак, теперь животные все. А, ну и вот еще один. Дельфин. Ну или кит. Кто как. Так. Всех животных на улицу. А пока что... Кстати, они не мнутся, смотрите. Пау, пау, пау. В чем секрет? Секрет в том, что я их намазываю после лепки, я их сразу же, ну пусть они немного затвердеют, и я их сразу покрываю клеем ПВА. Кто как, просто если вы покроете лаком для ногтей прозрачным, то он у вас будет такой какой-то... Ну, некрасивый, в общем, он будет так блестеть, как будто это не настоящее. А так он тоже немного поблескивает, но не так сильно, как с лаком бы оно блестело. Итак, осмотрим весь дом. Тут спят пудели. Это кофта от игрушки зайца, в общем, понятно, да? Это лежбище спаниелей. Это лежбище белки, а это жердочка лимона. Тут он может поспать. Значит, как, каким-то образом вообще происходит. Не знаю, так будет видно, нет? О, видно. Супер. Значит, берем вот так лимона и сажаем его на эту жердочку. Все, видите, он сидит. Он просто великолепно сидит. Я просто обожаю эту жердочку.